А, доктор Лэнг. Слышал, вы любите сквош. Да, верно. Вы создатель высотки? Моя лишь идея. На прочее не претендую. Но это еще не весь проект. Всего будет 5 зданий вокруг озера. Подобно открытой ладони. Озеро в центре, а мы с вами на дистальной фаланге указательного пальца. Здесь. Сколько же сил я вложил в проект? Я будто ребенка выносил и родил. Скорее, похоже на диаграмму бессознательного во время психического процесса. Неплохо. Я позаимствую. Безусловно. Я вообще-то предпочитаю модернизм. Но как врач вы меня поймете. Предписание по необходимости. Это блажь там только для жены. Ее главное увлечение – тщательное культивирование всепоглощающей ностальгии. О чем? Не стоит об этом. В мою машину врезался грузовик с цементом. К сожалению, я не физиотерапевт. Я знаю, кто вы, доктор Лэнг. Боль облегчают лишь постоянные упражнения. Можно сказать, я не только первая жертва этого здания, но и проектировщик места аварии. Как вам мысль? Это лошадь? Вероятно, жена катается. На 40-м этаже?